Старая мельница все перемелится. Кто это у нас идет и не хочет, или не хочет идти? Девочки, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ой, кто-то финик побежал. Кто-то где-то. У меня песня засела. Старая мельница, все перемелится. Старая мельница, все перемелится. Прогулка с козами. Даня ее тащит, она идти не хочет. А так вот. Успевает травку пощипывать. Тощие замаренные козы. Да, муж? Их хоть сколь не корми, они все тощие. Он аж в 10 часов собрался им косить, тогда вот разругались, девочки, я уже повторюсь, потому что написали, вы мне там столько комментариев различных написали. Это просто кошмар. Просто ужас, что вы мне там пишете. Так, девочки, я в доме 2. В доме два. Так, у меня чайничек стоял на плите. Будем чаевничать. И каша геркулесовая. Так что у нас, девочки, завтрак. Так, кто вчера на дневнике мамы Ольги смотрел? Ой, нет, девочки, сегодня у нас второе число. Вчера было первое, но сегодня, сейчас, прям с утра Виталя уже выложит видео. Кто уже смотрит, оно уже есть на дневнике мамы Ольги, как Виталя получал аттестат и купил билет, девочки. Виталя у нас купил билет себе и уезжает. Уезжает он у нас... Так, надо дверь вначале открыть. Уезжает от нас далеко. Вот так вот. Такое решение принял сын самостоятельно. Девочки, кто смотрел, огромное спасибо за комментарий. Спасибо. Отойди, сыночка, в сторонку. Я... чайник несу. Я так. Не могу. И сейчас все один. Подожди, маме даже телефон не выключить. Девочки, отключаюсь пока. Попозже включу. О, какая сковородень у мужа на завтрак. А у меня скромно, девочки. У меня каша. Мы теперь отдельно питаемся. Приятного аппетита. Спасибо. Вкусно? Приятного. Аппетита. Да, пришел на завтрак. Пришел на завтрак. Я думала, что я хочу то, что он хочет. Но оказалось, я уже не хочу то, что он хочет. Вчера работу делали, девочки, здесь такую серьезную. Кто-то писал, девочки, что надо это поберечь силы вроде как бы мужа. Парней, ну да, что парни еще только формируются. Тяжело таскать, как бы тяжело, действительно. Такие здоровые ведра. Но деваться некуда. И не ной. Папа тебе дает пить вон кружку чаю. Без бутылки, с кружки пей. Вот. И получается, очень много земли вытаскали. Еще сегодня надо продолжать. Это что получается? Четвертый день, Саша, сегодня, ага? Да. Четвертый день. Вот так вот. И еще, не знаю, сегодня... Ой-ой-ой, сегодня доделает или нет. Видно будет, потому что работы много. Букет, девочки, стоит какой. Распушился прям. Пушистый. Аромат какой, ароматище. Ароматный. Хотела постряпать оладушек. У меня тут стоит простокваша в банке. Так, вот, видно вроде. А Виталя с утра уже замешивает тесто. И сказал постряпать нам булочки. Булочки со сгущенкой. Так что будем ждать от Виталия булочки. Ты тоже делай. Оладьи. Угу. Булочки, оладьи, это оладьи. Ну-ка, я уже не хочу делать. У тебя целая сковородка, ты сытый будешь. Че? Че? Ну. Папка будет сытый, да? Да. Работа кипит. Че, Саша, ты там далеко заглубился? Саша! Я до трубы-то вышел, но еще ее обкапывать надо, потому что с ней плохо подобрать. Да ты че? Ну ты нашел ее? Конечно. А еще в другую сторону же надо копать. Но. Четвертый день, девочки, копка идет.
Даня вчера таскал ведрами, сегодня ему отец сказал, я говорила, я говорю, таскай тележкой. Тележкой, потому что легче. Ой, ну ты там что как? У тебя там свет есть, Саша? Ой, ну немножко хотя бы приспуститься. Ну-ка, что там? Видно? А, нет, тебя не видно, наверное. Темень там ужасная. Ну-ка, что-то я там... Или веревка у меня торчит. Ну, это примерно получается... Здесь вот у нас, ну, комната, кухня будущая, да? И где-то примерно он туда, он, Даня, ага, дошел до дверей. Где баллоны стоят, вот он где-то. Вот до сюда, ага, докопал. Уйди с музыкой, а то музыка у тебя поет. Это... Здесь, получается, оставлена труба, когда делался ремонт. Труба на септик, она вот здесь вот проброшена. Надо, в общем, сюда, получается, вот так вот соединять и сюда вот выводить, чтобы вот здесь вот, ну, мойка будет стоять и, конечно же, шла вода. Так что канализация копается, девочки. Ну, земли, конечно, там по самый пол. Вот, и прокопано-то очень... Дивненько уже. А, Данечка, он тебе привязал уже ведро, сынок. Он это привязывает ему на веревке вот так. Данила! Ну-ка, дай-ка мать попробует. У-у-у! Ну ничего, слушай, тяжеленько. Это. Нормально. Ну а что делать? Вариантов нет. Нанимать кого-то, кто будет столько дней копать нам и платить деньги. Конечно же, нет. Так что делается все своими руками, но медленно. Потому что не только эта работа, а и другая работа, конечно же. Вот. Так что вот так. А чем я, девочки, занимаюсь? Я вожусь. С Евонькой, девочки, зубы лезут все в раз. Это просто кошмар. На руках мы не сидим, не лежим. Сейчас вот собираемся. Собрались на улку сходить. И у мамки перекус. Вот сейчас надо перекусить, потому что поесть некогда. Девочки писали. У Ольги нездоровое отношение к еде. Девочки, у меня нормальное отношение к еде. Просто бывают моменты, когда поесть некогда. И включаешься именно в тот момент, когда ты кушаешь. Потому что есть свободная минута, да? Кто-то сидит с ребенком, ребенок молчит. Потому что не всегда на камеру она молчит. Некоторые пишут, что она у тебя там орет? Потому что это ребенок. Ребенок и какие-то проблемы у ребенка. Сейчас вот у нас зубы, передние зубы вылезли. Сейчас здесь и вверху сразу 4 зуба. У нас 6 зубов сразу лезет. Так что это просто что-то с чем-то. Подожди, съеду. А ты уже сюда начал, Даня, возить, что ли? Сюда вываливаешь? Тут уже куча. Тут вдоль дороги. Там вон. Возле забора целое кучище. Целая куча. Так что хорошо подкапывают. Еще в сторону кладовки надо подкапывать, делать хороший подкоп. Потому что там будет санузел. Так что работы. Ой-ой-ой. Командую, девочки, командую. Федор, дорогой, ты там вылазишь? Нет, зачем? А я, знаешь, что хотела тебе сейчас сказать? Ох, как ты мне пропесочил, когда полы-то разобрали. Че ты мне насоветовала полы-то разбирать? А как бы ты сейчас землю-то, интересно, вытаскивал, если полы-то были закрытые? А крику-то сколь было, девочки? Ну, ты права оказалась. Но все равно я от тебя в яме сейчас спрятался. Да, конечно, бедный, несчастный. Отдыхаю я. Подкаблучник ты мой, пишут там. Подкаблучник. Подальше от тебя. Ну, конечно. Ну, это, девочки, для нормальных женщин, да, вот кто понимает, кто точно так же иногда, как говорится, с мужьями спорит. Ну, в принципе, вот, Саша, ты хоть бы раз сказал, в чем я не права, вот какие-то у нас моменты, да, вчера вот комментарий там немножко поотвечала, одна женщина пишет мне, значит, ну, понятно все с тобой, вот ты всегда права, ну, может быть, в чем-то, я не знаю, какие моменты, вот хоть бы раз написали, да, единственное, вы мне там пишете, мужа надо уважать, я и сама знаю, что мужа надо уважать, и я уважаю, и, как говорится,
за работу проделанную. Всегда ему говорю спасибо, дорогой. Вот. Но в каких-то моментах, конечно, я разговариваю жестко. Вот. Так что. А тем более, если мне человек когда грубит, а вы потом слышите, ты вот только с ним как-то не так разговариваешь. Ну, он заслужил, значит, такое отношение, такие разговоры. Ну, ну вы можете разговаривать со своими там тю-тю-тю-тю-тю, дорогой. Я не умею так, тю-тю-тю. После того, когда тебя там навтыкают, как говорится, наговорят гадости, обольют тебя с ног до головы грязью, и ты вся, как говорится, ходишь. Ну, так что, вот так вот. И подсказки и советы, кто мне написал, что не суйся мужику виднее, пусть он делает свою работу. Нет, девочки, я не могу не совать свой нос в работу. Я сразу сказала, как лучше, посоветовала, да, ну, потом я пожалела, конечно, об этом. А что я посоветовала? Дала совет, как лучше. Но советом-то моим воспользовались, как видите. Ну, и полы-то я, мы ругались, я сказала, заделывай обратно полы. Как ты будешь возить землю? Я не знаю. Копай оттуда, с той стороны. Там у нас, девочки, комната. Ну, там комната, бывшая кухня, где стоит мойка и стиральная машинка. Получается, подкоп шел с той стороны. Ну, что там, забирают у меня землю? А, ну вот. Да, Даня, Данечка, давай. Мать поможет, мать поможет. Ух ты, лови ведро там, блин, тяжелое. Ты смотри. Сына, а то я отцу сейчас на голову одену ведро. Стоишь. Ну что, сынок? Булки готовы? Нет еще. Нет? Ой, Виталий, нам такие булки сегодня настряпают. Вкуснейшие, я поняла. Но они не будут такими коричневыми. Ну, я желток молока не добавил. Подомазать. А, сверху? Да. Ну, ну и что? Главное, булочки будут готовы. Так что, вот так, девочки, по этому всему я вам немножко тут сказала. Был комментарий, девочки, тоже надо на него ответить. Саша, знаешь, какой комментарий был? Будем ли мы косить сено? Заготовлять сено для коз. Ну, у нас не только коза, у нас еще корова стельная и бык. Бык растет на мясо. Все, все, девочки, всю скотину выставила на продажу. Получается, Виталия выставил. Ну, после того момента, как я вам рассказала, да, как у нас случился казус, вот вроде бы ты там умерила бы свой пыл, жар. Ну, извините, кормящая мать должна вовремя покушать и попить, чтобы было молоко ребенку. Потому что у меня и так такие моменты, когда я не поем вовремя, молока ребенку нету. Муж предлагает сразу козье молоко, а мне с грудного пока еще кормления не хочется уходить, потому что ребенок у нас маленький, нам 6-й месяц, и мы пока что на грудном вскармливании. Вот так. И нужно стараться, потому что я и так, девочки, целый день, если какие-то дела, допустим, да, забываешься поесть, некогда поесть, думаешь, а, сейчас, все. И вот тебе наступил тот момент, когда минута свободная, свободная минута, все уже спят, уже все улеглись, хочется спокойно посидеть, попить чаек, а ребенок не спит. И мужу говорю, посиди, пожалуйста, я хочу попить чай. Но нет, муж хоть хочет, в общем, покосить травы для козочек, которые за день на пастбище не наедаются, по его мнению. Но, по моему мнению, они наедаются. Когда я хожу управляться, им дается еда, ну, корм, в общем, какие-то овощи. И они прекрасно наедаются и ложатся отдыхать. Ложатся отдыхать и ночью кормить. Я считаю, что это ненормально. А нормальнее предложить жене чай, сделать его. Ну, он осознал, он мне сказал, что я был неправ. И, конечно же, извинился. Вот так, девочки. Я тоже бываю реденько не права, я извиняюсь. Но вы, конечно, это не видите. Не видите на камеру. Так что вот так вот. А, про сено-то я не договорила, девочки. Сено мы заготовлять, конечно же, сами не будем. Потому что мы живем не в деревне, у нас здесь город. Косить где-то место для нас отдельного нет. И на корову, допустим, если корова у нас не продастся, а останется. Потому что пока еще вот раза три, наверное, позвонили, но не это. В общем, не продается. Быка мы, естественно, либо на мясо сдадим, либо себе на мясо оставим, но это будет видно все. Это, как говорится, завтрашний день покажет. Некоторые пишут, крутишься, как пша на гребешке. Девочки, потому что завтрашний день, ты не знаешь, что завтра будет. Завтра может быть по-другому.
Ну вот. Виталя у нас уезжает. Может быть, нам понадобятся деньги. Мы этого быка продадим на мясо. И, как говорится, деньги нужнее будут. Либо заколем себе на мясо. Будет видно. Жизнь подскажет, девочки. И сено заготовлять у нас нет возможности в таких количествах. Во-первых, времени нет, потому что муж работает на железной дороге. Работа у него тяжелая физически. Плюс еще домашние работы море. И вот так как-то. Так что мы его покупаем, сено. Будем заготовлять, покупать. Аромат на весь дом. Румяные булочки. Ну, сегодня они не сильно, конечно, румяные. Ну, готовы они у тебя, что? Не измазал. А чем ты это делал? Желток, говоришь. Желток? Просто желток? Да, вот у меня без молока. А, желток с молоком нагрел? Да, да, да. Нет, чтобы румяние было, да? Вот так вот. Сейчас заварим свежий чаек. Что, не кипит чайник тут, да? Покачай 5 секунд, я сейчас чайник заварю, и это... Ну, проснулась. Заварить свежий ароматный чай. А, блин, чайник-то кипятущий. Что меньше, что больше, они все равно встываются. Да, и они у тебя что, с вареной сгущенкой? Да. Ну, почаевничать. Сейчас уже муж закончит работу. Нам сегодня надо съездить купить кое-какие покупки. Виталий в дорогу, потому что у него 4 числа поездка. Но все, ты все-таки решил, все точно едешь уже. Не сдаешь билет, мало ли, я уже уговариваю, что билет сдал. Отец тоже расстроился. Ну, что делать? Управляется парень наш. На учебу. Жизнь свою, как говорится. Устраивать. Так, ладно. Отключаюсь. Вот такие вот булочки. Ну-ка, а что там начиночка-то? Слушай, они такие ароматные, прям вообще. Да, по одной ложке чай не делал. По чайной ложечке? Не знаю. Ну, а что вот? А что ты так мало делал? Мало? Что ты так мало-то делал, сынок? Нет, ты тут разорвение, ты, может, съехал? Маловато, маловато. Ну, тесто, да что вкусное. В прошлый раз ты делал с шоколадками вот такие же булочки. Вообще классные. Вообще тесто как пух просто. Надо же. Много, девочки, начинки. Как говорила парня. Объедение. На. Не хочу я. На. Сейчас наложу. Ну, попробуй. Ароматище. Ванилин добавлял? Да. Ух, что-то плесканула. Вроде немножко лежит пока. Ну что, муж, закончили на сегодня подкоп. Посчитал, сколько надо труб. Но завтра еще надо будет копать. Пошли они туда, в тот дом. Мыться. С Матвейкой. Парни тоже ушли. Вот так вот. Все. Все. Отдыхаю. Присесть немножко думала. Присяду. Булочку отведать. Отключаться придется, девочки. Хотела попрощаться, в принципе. На этом закончить свое видео. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай попрощаемся. Придется нам прощаться с вами вместе, потому что Евонька у меня не лежит. Не лежит, не сидит. Спит совсем по чуть-чуть сегодня. Так что, девочки, ой, работы успеваю мало делать, только чисто по дому, пока посуду мыла, Евонька поспала. Да, мама еле-еле успела домыть. Но вот как я попью чай горячий, я пью, девочки, горячий чай. И прошу, конечно, чтобы кто-то сидел с ребенком. Ну, сейчас у меня здесь никого нет, и как-то мне надо умудриться, да, чтобы Евонька не ревела,
не кричала. Ну, что мы кричим-то сегодня, а? Что же мы сегодня кричим-то? Ну что, что, зубы, девочки, зубы. Ужас просто. О, все. Тихо. Так что сейчас буду звонить отцу или пойдем туда. Надо Нурофен у нас здесь. Хотя у нас был Нурофен, наверное, надо Нурофен дать. Так, что-то у меня свет какой-то не очень сегодня. Так что, девочки, все, вот так вот у нас проходят наши денечки. Ну, на камере вы совсем видите, совсем чуть-чуть. Время у нас еще мало, еще много-много надо сделать дел разных. Сейчас соберемся в магазин. Наверное, надо, потому что надо подготовиться. Виталий себе купил большую сумку, кое-что купил для дороги, в общем. Ой. Не знаю, сказала, да, в начале видео, что он уезжает 4 числа, и надо подготовиться, девочки. Так что вот так вот рассказала вам. Ну, может, что-то не сказала, скажу в следующем ролике. Так что всем вам огромное спасибо и до скорых встреч. Всем вам пока-пока. Пока-пока-пока, скажи, да, Евонька? Булочку надо. Булочку, скажи, надо, да? Мамка сейчас вот булочку-то и куснет. Какие вкусные булочки Виталя нам испек, да? Вот. Все, девочки, пока-пока. Пока-пока. Вкуснятина. Вкуснятина. Чаек свежайший.